Так, ну что, начинаем тогда знакомство с историей некоторых слов. То есть чередование – это то, что нам сейчас периодически портит жизнь, когда мы учим орфографию. Потому что, да, мы учим целую кучу всяких корней, где может быть О или А, там Е или И, да. И вот это все спасибо этим чередованиям получается. Да, смотрите, мы немножечко будем забираться, да, в историю языка. Чтобы вы представляли, почему некоторые слова одинаковые в языках сразу нескольких, да, смотрите, вот у нас немножко тут кусочек дерева языкового, да, что от кого происходило. Так вот, посмотрите, вот он, русский язык, да, вместе с белорусским, украинским языком. Это восточнославянские языки. Есть еще южнославянские, тоже похожие с нашими несколько, да, и западнославянские языки. Вот, все это вместе шло от прославянского языка, да. Но есть еще прароманские языки, прогерманские языки. Там французский, немецкий, английский, это все те группы. И выясняется, что все это вместе шло от индоевропейского языка. То есть мы все имеем вот одни корни. И поэтому кое-что приходило сразу во все языки, просто немножечко разными путями шло. Ну, давайте посмотрим первое, да, превращение. Ну, это из самых таких непонятных чередований. До сих пор все думают, как их теперь обозначать. Кира, ты читать хочешь? Да. Да? Ну, давай. Здесь сложно. Среди исторических чередований гласных в отдельную группу выделяются чередования гласного А с сочетаниями, включающие гласные Е, И и с последующими носовыми согласными М, Н, а также гласного У после твердых согласных с сочетаниями Ом, Он. При этом возможно выпадение беглых гласных. Давайте немножко на русский переведем, да? То есть у нас раньше, когда-то, я уже вам говорила не один раз, да, что в русском языке когда-то давно были носовые буковки, да, буквы, которые обозначали носовой звук. То есть это было что-то типа начинаем с гласной и заканчиваем около горла, чем-то похожим на, да, такое английское, когда ing, да, в английском говорят вот это вот г около горла. То есть это назывались носовые, то есть они заканчивали звучать через нос, начинали, да, в конце они звучали через нос. И поэтому, когда они пропали, на их месте оказались вот эти вот всякие им, ин, да, вот вместо этих буквок пошли полностью просто м и н согласные. Или ом, он, это тоже вот оно, да. И вот смотрите, что получалось. Вот идет слово понять, и оно превращается в понимать. Видите, получается, как бы после н появилось им. И кто скажет, какой корень у слова понимать? Да, Алиса. Понимать по это приставка, а ним это корень. Да, то есть у нас сейчас решают говорить, например, что ним это корень, а какие-то ученые говорят, что там корня вообще нету, что он пропал просто в этом слове, вот в такой форме, что он пропадает. Вот. Но так как совсем без корней слова. Да. Показала, что он пропадает, потому что им добавляется, а М все равно в корне есть. И это как-то загадочно. Да, вот. Но у нас много, кстати, загадочных слов в русском языке, вот именно такие, да? Смотрите, упомянуть, упоминать. Тоже видите, вот как меняется здорово, да? Это тоже те же носовые буковки были. Начать, начну, н появилась, а потом вообще начинать, да? Ин появилась. А слово снять, как оно преобразовывалось? Какое там есть однокоренное слово, чтобы было им или ин? Да, Кира? Снимать. Снимать, да. Видите, тоже, да? Кричать. А где вот однокоренное слово кричать, чтобы было? Да, Кир? Крик. Нет, давай так, чтобы носовые. Вот Н или М появилось. Кан, у тебя ответ есть? Ой, нет, я случайно. А, угу, хорошо. Так.
кричать, чтобы N появилась. У кого есть идея? Какая форма может быть? Кри. Ну что сделать? Может быть крик? Крик. Ну давайте. Крикнуть. Крикнуть. Вот, да. Видите, форма появилась, да, тоже? Да. Теперь смотрите, вот у существительных что творится, да? Есть слово «время», слово «времени». Но это же просто изменение по падежам, да? То есть вот мы берем слово «стол», нет чего, «стола». Там появляется всего лишь гласная буковка в окончании, да? А тут «время», «времени», гласное-то появляется, но еще откуда-то вот это «ен» берется, да? Вот потому что вот это «я» превращается в... Это была носовая. И она превращается вот при изменении по падежам, она превращается вот в это «ен». Да? Племя во что превращается тоже? Нет чего. Племени. А еще есть такие существительные у нас? Племена. Ну да, племена, да. А есть еще такие существительные, типа время, племя, чтобы вот когда по падежам меняем, появлялось вот это «ен». Вот такая, да? Много племен. Времен. Ну, вот да, время, племя. А есть еще существительные вот такие же? Племенной, например. Может. Ну, это однокоренные, да, Кирочка, да. Да, однокоренные. Или Айка, да, говорил. А вот теперь вопрос, да? Еще. Время, племя, стремя. Другое время, племя, еще какое-то, да? Стремя, стремени, стремян, да, темя, темени. Как нас зовут, да, слово имя, имени. А вы знаете, что это за группа слов вообще существительных? Их учат, когда говорят, что мы учим разносклоняемые имена существительные, да? Вот они все, вот их там немного, группа, время, племя, бремя, стремя, имя, они называются разносклоняемыми, потому что они, ну, и не по первому склонению, не по второму, не по третьему, а по-своему как бы склоняются. Звук тоже, смотрите, да, вот это вот «у» переходит в «он», такое носовое было, «звонить», а вот это вообще… Сказать, что они однокоренные, наверное, уже теперь никто не скажет, да? Надутый и надменный. Что, извините, где тут корень, да? Одинаковый. Вот. Вот, такая вот, вот такие вот были превращения. Сейчас давайте попроще уже превращения, которые вы знаете, чередование. Значит, у нас исторически ра-слог переходил в оро, ла в оло. Давайте смотреть. Значит, старославянское слово «брода». Давайте менять «ра» на «оро». Что получается? «Борода». «Борода». Так, хорошо. «Крава». Что превращается в «крава»? «Корова». «Корова». Так, да. Хорошо. «Град». Смотрите, еще с твердым знаком. Да, «город». «Города». «Города». «Город». Да. «Город», «град». Да. «Города», «огород». Тоже оттуда. Огородка, ограда. Видите, какие корень? Ворона. Ворона. Хорошо. Так. Ворота. 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 Так. Ворота. Болото. Болото. Блато, да? Так и не говорят уже теперь даже такое. Голова. 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 Поэтому, а конечно, наверное, поэтому голова ничего не называется голова, потому что голова... Солома. Голова была главной, солома. Да? Поэтому... Солома. 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 Вот уж неожиданная, да, слама? Да. Слама. Ну красиво. Что из них осталось, вот этих вот первых, да, красиво? Град осталось, да, слово град еще мы используем иногда. Врата, да, используем. И еще используем одно слово. Глава, да? Да. А остальные, они у нас все убежали уже, да, их уже нету в нашем языке. То есть где-то сохранились вот и то, и другое, да. Ну и имейте в виду, да, что, допустим, град и город проверять гласные ударением нельзя, да, здесь получается.
врата, ворота, да, тоже где-то а, а где-то оро получится. А вот это теперь да? Это про голову. Вот теперь понятно, откуда идет слово глава, что главный. Голова. Потому что он главный, да, голова всему, да, глава, правильно. Угу. А откуда слово город появилось? Вот если мы говорим, что город, ограда, огораживать, огородить, это однокоренные, да, исторически, то город почему так назывался? Какие в древности были города и как они выглядели, помните? В истории рассказывали вам? Она. Как будто как Питаград же был уже тогда. Ну, почему город, да, назывался городом? Айка, да, что? Есть идея? Микрофончик только включи. Да. Ну, я вот думаю, что, что, возможно, просто его ограждали. Огораживали, правильно, стенами. Город же изначально было место, которое огораживали крепостной стеной, да, чтобы враг не попал никакой. Да, Кира? Кира, я уже тебя спрашиваю. Давай. Прости, я не слышала. Просто мне, я слышала такую версию, я читала о ней. Что, да, действительно, огород, огораживать город. Угу. Да, то есть это именно вот потому, что город сначала был таким огороженным местом. Хорошо, давайте дальше копать их. Теперь у нас еще есть чередование ле-еле, ре-ере. Ну, это уже поближе, да? Тёночка, ты что хотела? Да, просто хотела сказать, что вот про слово «голова», что у нас в грузинском языке вот «голова» вот тоже «тависах», например, там «тавис», это имеется в виду тоже «главное», например, вот «тавис», вот у себя, например, вот поймёт, тут получается «тавис» что-то. Вот. «Главное» у нас тоже. То есть тоже, да, связанные да. слова, да? Бразильского языка не существует. Какого бразильского? У нас грузинский сейчас говорит. Да, грузинский, бразильский, да. Ага, да, Каан, что ты хотел, да? Я хотел первое, береза. А, ну давай, ага, хорошо, береза, так, дальше. Второе, дерево. 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 Берег. Берег. Четвертое. Дерево. Ну, давайте, не обязательно, чтобы это было в той же форме, да? Давайте скажем середина, да, допустим. А, да. Угу. Так, хорошо. Молоко. Млеко. Молоко, да. Тут что интересно, что ле перешло в ола, да? Вот это да. уже неожиданно такое. Ле. Да. Вот раньше было слово шелом. Это шлем и шелом, это одно и то же, да? А потом у нас сейчас есть слово ошеломить. Как вы думаете, с чем оно связано? То есть удивить. Удивить, удивить, да. А почему же оно от слова шлем пошло? В смысле, может, шлем же на голову надеваться, защита головы, удивить. Ну, типа, когда... Несеньки, то они как-нибудь удивляли друг друга. Да, хорошо, Саша, да. Есть такой момент, чтобы да? Чтобы сбить смотри. С толку и, может, типа, сбить защиту шлема. А вот, Саш, представляешь, да, человек вот одел этот шлем, он металлический такой, ему по шлему чем-нибудь дали, там, какой-нибудь там пикой, палкой. Хорошо себя чувствуешь, да, в этот момент? То есть, вот, знаете, это именно оттуда и пошло. Давайте я вам сейчас открою. Я вот этот этимологический словарик забиралась специально, чтобы посмотреть. Значит, ошеломить означало сильно ударить по шлему, сбить шлем. Вот, по мере того, как мы утрачивали свою воинственность, это еще под вопросом, слово становилось более обыденным, приобретая значение «сильно удивить». Вот вам, пожалуйста, то есть действительно от слова «шлем» происходило
Да, если по голове шлемом ударить, то голова сама, то будет сотрясение мозга, наверное, даже. Голова сама. Так вот, да. Вот так интересно, что вот, ну, корни так проявляются интересно. Казалось бы, да, слово «ошеломить» мы уже с шлемом не связываем, а вот оно было. Так, хорошо. Теперь смотрите еще, да, когда у нас переходили вот эти вот сочетания, вот эти «ра», там «ора» и так далее, да, некоторые слова, они расходились в итоге по своим смыслам, значениям. Вот давайте посмотрим, да, «волость» – это что? Что такое «волость», а что такое «власть»? Давайте, кто возьмется объяснять? «Волость» – это «власть», это… Когда кто-то владеет чем-то. Да, подчинить кого-то. А за Доурала, да, власть, владеть, да, действительно есть такое. А волость, что такое, кто-нибудь знает? Нет. Это немножечко старое слово, да, получается. Это территория определенная, типа как сейчас область, район, вот волость была. Так, порох и прах. Ну-ка давайте, что есть что? Порох – это, ну, порох – это такое вещество, которое, ну, взрывается, если огнем его, если на него огонь. Ну, да. Ну, а прах – это, наверное, как пух и прах. Типа, да. Прах – это то, что остается… Продевали по метру остаток от огня. Да, остаток, да. Сторона и страна. Смотрите, тоже… От одного корня шли, да? Сторона – это… У нас у Лили поднята ручка. Лили, да, давай, скажи. Ну, сторона, страна – это… Может быть, что страна – это одна какая-то сторона? Ну, сторона может быть даже у стола, да? Ну, да. А страна – это все-таки территория, да, какая-то государственная? Ну, да. Да, Виктория, ты что-то хотела сказать? Я хотела ответить, но уже ответили. Уже успели, да? Так, хорошо. Может быть, ты еще что-то… Да, Артем, что ты хотел? Ну, следующее, четвертое. Ну, давай. Предложение. Это, ну, хоронить – это… устраивать как бы похороны, брать человека, потом рыть так, яму. Понятно, да, охранить. Охранить это, ну, то есть охранять. Угу. Ну, теперь, чем-то да. Похоже, но не совсем. Так, следующий кому? Можно я, Виктория? Можно? Виктория, давай, хорошо. Берег, брег. Берег – это там берег моря. Угу. Пляж, вот типа такого. А брег, я честно, извините, не знаю, что это. Брег, наверное, это берег у реки какой-нибудь. Или у… А я думаю, это какой-то камень посреди канала. Так. А вы знаете, что тут не всегда будут они расходиться по значению, но иногда будут расходиться по месту, где их можно использовать. То есть берег – это обычное слово. А брег обычно в стихах, да, может встретиться в каких-то там, как… Такой художественный какой-то прием, да? Было под их, ага. Да. На брег пустынный и какой там еще был. Так, прихлынут волны у Пушкина. Ну, Пушкина-то часто такие формы встречались, да? Так, то же самое, наверное, будет и «Голос и глаз». Можно, да? Можно я теперь? Да, Лиза, давай. Я хочу предпоследнее, можно? А, хорошо, давай. Дерево – это дерево, которое растет. А древо – это, наверное, старое дерево, которое мудрое, большое. Кажется, это, может, как семейное древо. Да, семейное древо. Вот, кстати, да, это я имела в виду. Хорошо, да, правильно. Оно может либо в стихах как художественный прием быть, это слово, либо вот в каких-то сочетаниях. Это в стихах, да? Это в стихах очень популярно. Да. Угу. И вот сторож и страж, которая из них обычная? Можно, пожалуйста? Можно? Да, Алиса, можно? Да, Алиса, давай. Страж – это старая, и страж встречается вот больше в каких-то сказках. А сторож – это как сейчас то, что… Угу. Хорошо, так, Тиона, а у тебя какой еще? Можно Кира? Я хотела просто остаться.
уже ага. Иди. Хорошо, а Кира, Кира, что у тебя, да? А, голос — это когда ты говоришь, вот, например. Ага. А глаз — это голос, но, по-моему, поустаревший. Это и устаревшее, и вот в некоторых сочетаниях оно осталось. Глаз народа, например, да? Не говорят голос народа, говорят глаз народа, да? Вот. Или, допустим, вот страж. Смотрите, есть такой фильм, да, «Стражи галактики». Там же невозможно этих стражей поменять на сторожа галактики, да? Это получится, ну так себе, да? Вот. То есть сторож – это как профессия, да? А страж – это как уже такое… Охрана. Телохранитель. Да, правильно, да, телохранитель. А есть еще страж порядка. Это прирожденный сторож, который никогда не меняется, выходит, не выходит. Это внутренняя сущность, да? Да. Хорошо. А страж... Стражи такая-то больше в разных книжках, сказках используется. Вот, например, в «Изумрудном городе» там был страж ворот. Да, и стража, да, стража это больше к старым, да? Можете мне включить камеру? Это Даниил? Я. Угу. Так, ну, твою камеру мы... Угу. Можно я теперь, пожалуйста? Так, ну давай. Борода и брода, наверное. Брода. Да, брода. Кстати, есть еще бродобрей, да? Можно, пожалуйста, насчет второго? Так, подождите. Можно мне тоже насчет второго? Тихо. Да. Сейчас я уже по рукам, давайте буду спрашивать, что шумновато будет. Так, Тиона. Золото, это, наверное, злато будет, или типа этого. Злато, да, злато, серебро. Так, хорошо, Саша, следующее. Влас. Влас, да. Златовласка. Это имя, кстати, есть, Влас. Да, курить, златовласка. Хорошо, Кира. Золотой волос. Угу. Норов. Угу. Нрав. Нрав у нас такой, да? То есть характер уже теперь даже. Так, хорошо. Алиса. Ну, у нас уже повторы пошли. Глава. Да? Да, глава. Это мы уже тут все смотрели, да? Айка, да, давай дальше. Твое. Ну, сторож. Страж. Страж только что было. Так, хорошо. Давайте, так, Саша, давай дорогое слово. Дорожайший такой. Так, я Сашу спрашиваю. А, тут два Саши. Да? Саша девочка, Саша мальчик. Саша, давай. Да. Угу. Давай последнее слово. Саша Злодырев. Да? Угу. Так, вот тебе хоромы нужно. Можно я? Подожди. Я же сказала, Саша Злодырев. Саша, мы тебя не слышим, погромче, пожалуйста. Храм. Храм, правильно, да. Вот смотрите, да, хором – это то, что вот на картинке нарисовано, да, из чего получился храм. А храм – это уже религиозное, да, сооружение получилось. Вот. Ну, слова «дорогой» у нас нету, но у нас есть драгоценность, да, драгоценность. Извините. Да. Я не знаю, в тему это, не в тему, но... Насчет религиозных у нас в стране их много. Так, это уже, да, это уже немножко вокруг темы. Так, давайте теперь исконно русские слова, да. То есть у нас получается сейчас слова слева, которые... Это старославянские корни, которые остались со старославянского языка. А нам нужно теперь сделать исконно русские слова, то есть старорусские, древнерусские слова, да. Вот. То есть древесина дерева, да? Это мы знаем уже. Так, из прохлады что можно сделать? Какое-нибудь однокоренное слово, да? Прохлада. Да, Артём, давай, сможешь? Да. Угу. Это...
Хлода. Любое однокоренное Хлод. Слово, чтобы было не ла, а оло. Так я же говорю, можно хлода. Можно я, можно я? Нет, так не пойдет. Холод. Холодно, типа. Холод. Угу. Так. А, Алиса, давай млекопитающее. Что тут можно сделать из этого млека? Млекопитающее. Я хотела по слову смрад. Давай. Смрад. Можно я? Подождите. Смрадный. Так, а давай попробуем вот вместо «ра» поставить «ура» и придумать какое-нибудь однокоренное слово, которое будет «смору». Ну-ка, «смору». Смородина. Смородина. Вот от слова «смрад» происходит название слова «смородина», да, как сильно пахнущее растение. Не обязательно противный запах здесь идет, да? Так, хорошо. Прах – это уже мы знаем, да, хорошо. Кира, что из этого выходит, из слова «прах»? Прах, наверное… Да, он сегодня уже был. Ну, я не слышала, у меня просто выключалось. Ну, теперь заменяй просто «ра» на «ора» и получишь слово. Про… Нет, там «о-о-ро». Вот давай сейчас. После «п» сразу «оро» пишем. По-ро. Все замкнуло. Так. Хорошо, Лиза, давай. И микрофон. Лиза, микрофон. Ага. Порох. Это будет порох. Порох, да. Лиз, давай еще следующее слово. Что из него мы делаем? Из «ре» делаем «ере». Это будет среда. Среда. Нет, среда у нас уже есть, а нам надо, чтобы было «ере». А. Серда, что ли? Не получается, да, никак. Алиса, ну-ка попробуй ты. Середа. Да, середина. Вот, да, хорошо. Так среда и есть середина недели, правда, да? Да. Так, к слову превращение, придумать однокоренное, чтобы корень поменялся на «оро». Да, кто готов? Каан, давай. Прощение. Так, нет, смотрите. Вы просто не очень поняли, да? То есть мы вот это «ра» сейчас поменяем на «оро». Давай, давай сначала так просто поменяем. Превращение. А с чем оно связано? Воро. Воро. Перевернуться, переворачиваться. Это от слова ворот. Ворот, но вращание. Переворачиваться. Да, переворачиваться. Вот мы в начале занятия как раз я говорила, да, помните, кто сразу был, да? Переворачиваться, превращаться, да? Древние люди у нас, видимо, умели превращаться во что-то или в кого-то, да? Переворачиваясь. Да, Лиза, что? Можно я скажу про страну? Ну, конечно, давай. Я не знаю, правильно ли, но я думаю, Астана. Ой, нет. Вы опять не хотите у меня «ра» поменять на «ора», и все. И все, что нужно. Сторона. Сторона. Ну, вот и все, да. Все, что нужно, да, сторона. Тут сложнее было, потому что не всегда одинаково получалось слово, да, то есть… Древесина, но мы не сказали, да, что деревесина, а сказали уже слово дерево, вот это сложнее было.
А можно я скажу млекопитающее? Ой, давай, Лилия. Ага. Млекопитающее – это молоко питающее, да. Молоком, наверное, питающее. Даже вот так сделаем. Угу, да. Хорошо, а Млечный путь – это у нас какой путь? Молочный. Молочный, да. Молочный путь? Млечный путь – это молочный путь, да, на самом деле называется? Так, теперь давайте посмотрим следующее чередование. У нас это согласные уже буковки, не гласные, а согласные буковки. Значит, в некоторых корнях вы видели, да, может меняться Г, Ж и З. Г, Ж, З. Значит, смотрите, сначала в языке появлялись буквы, которые были около горла сразу. Это Г, К, Х. Попробуйте произнести для себя, да? Где оно произносится? Все около горла будет. Г, К, Х. Потом они в некоторых словах начали сдвигаться на серединку языка. Это Ж, да, Ш, Ж, Ш. Ой, нет, Ж, Ш – это уже на кончике языка. З, С и С. З, С, С – это серединка языка. И потом некоторые слова взяли и передвинули еще эти буквы на кончик языка. Это Ж, Ш, С. Вот. То есть, как бы людям легче сначала было около горла говорить, потом, видимо, стало более развитый язык, да, уже речь. Стали появляться другие уже буковки посерединке. Очень интересно, почему они так двигались, да? Но смотрите, значит, если с Г это самая старая форма, да? А как сделать, чтобы слово «друг» появилось Ж, да? Однокоренное слово. Можно, Кира? Друг. Давай, можно, Кира. Можно? Дружок. Друг, дружок. Дружить, дружить, друзья. Дружить, да. А вот и появилось З, да, друзья. Вот видите, друзья, да. Вот дружить – это самая поздняя форма дружок, да. Друзья – это в серединке по времени получилось. Давайте теперь к слову плуг то же самое найдем, да. Так, Саша, у тебя есть идеи? Насчет какого слова? Да, подожди, Саша, это Сашу вот этого Злодерева. Давай сначала. Ага. У меня есть идея насчет слова «дорога». Давай. Дорожка. Дорожка. Угу. Дорожка, дорожный. Вот у нас уже появилось. А с буквой «З» уже таких слов нету, да? Так, на слово «плуг» есть? Кто готов? Лиза, давай. На слово «плуг», я думаю, это, ну, либо, ну, «глуп». Так, стоп, нет, нельзя так менять. Надо «г» на «ж» поменять просто. А, «г» на «з». Остальное на «ж» или на «з», да? Плуг, луж, плуг. Плуз, плуж. Плужок. Плужок. Угу. Так, хорошо. Давайте дальше. Саша, которая девочка, порог давай. Подолжок. Порог и, чтобы же было, порог. Порошок. Порожек. Порошок – это уже из другой оперы, да? Порожек. Порожек, ага. Так, книга. Айка, давай. Угу. Слово «книга», там слово «книжка», допустим. Книжка, есть. Да. Книжка, книжный. Видите, да? Как... С буквой «З» нету, да. Теперь уже. Они когда-то были в языке, только не все остались, да? Так, пирог. Виктория, давай ты. Хорошо. Пирог, пирожок. Угу. Пирожок. Хорошо, да. Пирожок от бабушки. Там, да. Я думаю, наверное, пирожное, да, тоже туда же пойдет. Ну да. А вот Z уже пироз... тоже. Пироз. Угу. Пироз. Вот интересно, да, Z не так много слов получилось. Артем, а ты сможешь бабу-ягу так вот, да, изменить, чтобы Г на Ж?
Какая яжа там будет? Там будет что, баба яжа? Нет. Я знаю. Бабка ёжка. Бабка ёжка. А что, что изменить? Бабка ёжка. Так. Или баба ёжка. Рожок, Да, бабка-ёшка есть такое, да, то есть вот, а чтобы З тоже не появляется. Ну, не вот знаю, вам... какое насчет пирога. Что насчет пирога? Жаба-яга. Что насчет пирога? Я не знаю, какое слово с буквой З. С буквой З очень мало получается. Пироза, что ли? Нет, не будет уже, уже нету такого слова. Причем, если вы будете смотреть, допустим, какие-то родственные языки, там, да, южнославянские, там, восточнославянские языки, там запросто может оказаться вот такой же корень, только «з». Там может остаться что-то такое. Вот. Так что «дороз» наверняка осталось где-то. Вот, и еще одно чередование, значит, «кчц», да? Значит, река, давайте, чтобы «к» превратилась в «ч». Можно? Давайте. Ага, да. Речка. 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 Угу. Так, аптека. Аптечка. Аптечка. Так, здесь легче, да? Так, молоко. Молочко. Молочко. Молочко, молочный, да? Щека. Щечка. 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 Так, хорошо, лицо. А вот теперь личико. Видите, изначальная «ц» как бы, да, поменялась. Так, век. 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 Ветка. Нет, вечный. Вечный, да, вечный. Очный. Око, око. А можно я? Очо. Так, Артём, у тебя есть на око? Ну, да. Давай. Сейчас. Можно? Ученый. Ученый. Так, стоп, стоп. Что такое око, кстати? Око? Ну, я слышала. Глаз. 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 Я слышала, что это такое вредное. Очки. Око – это глаз, да. Очки. Очки? Слушайте, а это интересный вариант. А может окуляр, быть... окуляр. Так. Ну, можно... Угу. Так. Очи – это множественное число от ока было, да? Ну, очки так запросто могло бы быть, да. Надо будет проверить. Окуляр, окуляр. Ну, окуляр можно, окуляр можно, только «к» на «ч» там не поменяется, да, так и останется. И вот смотрите, опять же, у нас на «ц» не так много слов осталось, да? А вот на «ч», да, получилось. Ну и последнее чередование, которое есть, да, у нас «х», «ш» и «с». А, горох. Ну-ка, да. Давайте переделывайте. Горош. Горош. Горошек. Так. Муха. Мушка. Мушка. Мушка, да. Ушка. 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 Кстати, в украинском языке ухо с «с» есть форма. Вуси. Воздух. Воздушный. Воздушный. Так. Красить. Красочка. Красочка. Что красочный. Я... Красочный. Что я делаю, да? Я крашу. Крашу. И вот оно «ш» вам появилось, да. Так, косить. Кошу. Ага, а вот теперь, да, кошу, да, правильно. Ух. Пушистый. Пушистый. Пушок, пушистый, пушистый, да. Да, можно пушистый. Ух, пушу. Можно. Кроха. Крошка. 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 Крошка, да. Крошечный. Крошечный. Да хорошо, хорошо. Давайте крошечный пусть будет. Вот вам, пожалуйста, чередование, да? То есть это все у нас получается, что когда пишем, надо, чтобы написать правильно, да, надо представлять немножечко, как они могут чередоваться, что может меняться. Да, то есть ра – ора, ла – оло, ре – ере, может быть, да, ле – еле, и вот эти вот г, к, х, ж, ш,
с и так далее. Да, вот эти вот чередования. Хорошо, давайте теперь немножечко выдохнем, да, чередований. Значит, только не кричите все хором, поднимаем руки. Хорошо сейчас? Иначе тут сейчас будет у нас какофония. Значит, надо соединить половинки. Сейчас они соединены неправильно. Надо соединить их правильно, чтобы было. Так. Значит, все, кто поднял руку, всех можно спрашивать, да? Лили, давай первая. Не обязательно подряд. Не рой другому яму, не жди добра. Не рой другому яму, сам туда упадешь. Сам в нее попадешь. Сам в нее попадешь. Хорошо, так, собрали. Дальше Саша, которая девочка. Давай. После ты без труда не выловишь рыбку из пруда. Любишь кататься, люби саночки возить. Вот, давай, все, вот эту пару сделали, да. Так, Артем, давай, которая у тебя пара пойдет? Артем, есть идея, да? А, да. Давай. Ворону глаз не выколет. Молодец. Ворон ворону глаз не выколет. Так, Алиса. Сделав худо, так. Не жди добра. Молодец. Угу, хорошо. Кира, давай твою. После драки кулаками не машут. После драки кулаками не машут. Хорошо, так. Угу. Так. Айка, давай твою. Так, ну тут вот. Какое сейчас надо делать? Я сейчас убью. Любое выбирай. Угу. Тут последнее. Провожают по уму или что? Провожают по уму и... Это вторая часть будет, да? Первая? Да. Я знаю только... Любишь кататься, любишь саночки возить, а вот... Давай вот это возьмем, да. Любишь кататься, люби саночки возить. Так, теперь у нас Каан, давай. Сделал дело, гуляй смело. Точно, так. Хорошо. Алиса, есть у тебя, да? Давай. Встречают по... По одежке, а провожают по уму. Так. Что у нас еще осталось, Лиза? А я все-таки не поняла, что надо делать. А мы парочку... А, ну, то есть первое предложение берем от одного, а продолжение берем от другого. Продолжение предложения. Да? Да. Наши они при этом являются кусочками пословиц. Да. Все перепуталось просто. Надо половинки собрать. Вот это. Все вот собираем, да? Давайте я вот так прямо сделаю, чтобы было прям по строчечкам все. Так, у кого еще есть Саша варианты? Саша Злодарев. Давай, Саша Злодарев, давай. Без труда не выловишь рыбку из труда. Точно, есть такая штука. Осталось всего ничего, две штуки. Каролина так. Тоже не участвовала еще. Давай, Каролина. Ком есть стыд, кулаками не машет. Ой, нет, не пройдет. Хорошая идея, но вот не совсем. Давай, когда кулаками не машут, Каролин? Кулаками не машут. Когда?
драки. После драки кулаками не машут. Правильно. Ну чего? Осталось у нас вот, да? В ком есть стыд, в том и совесть. Все, это уже без конкуренции. Так, хорошо. А как вы понимаете пословицу «ворон ворону глаз не выклюет»? Родной человек родному человеку не сделает плохого. Или похожие люди, да, может быть. А может быть и немножечко отрицательный смысл, когда, да, человек, который что-то плохое делает, другому такому же человеку не будет, да, препятствия чинить. Так, хорошо. Алиса, ты что-то сказать хотела еще? Извини. Я хотела сказать как раз про эту пословицу, но... Угу. Ну, ты то же самое, да, хотела сказать? Хорошо. Так, ладно, давайте мы сейчас... Давайте вот это задание сейчас еще посмотрим. Так, вам нужно разгадать вот этот вот... Вот эту картинку, в ней есть зашифрованное название сказки. Мало того, что надо название сказки угадать, но надо еще и вспомнить, кто ее написал. Ну-ка, давайте-ка вот на эрудицию. Можно Кира? Так, ну давай, Кира. Можно не и... Угу. Не так, и... Подожди, ты еще вот не додумала, да? Нет, не... Не ие, не ие даже. Не-и-е. Хорошо, Каан, ну-ка давай, что у тебя? Я думаю, не жалей короля. Так, ты близко, но не совсем. Тут еще не то зашифровано. Mm-hmm. Так, у кого еще есть идеи? Кира, ты тоже думай сейчас пока. Додумаетесь, кто? Да, говорите. Алиса, давай. Mm-hmm. У тебя что? Я считаю, что вот сперва сказали не и не и е, а второе е я на же. Можно сказать, пожалуйста, я. Так, ну давай, Каан, давай. Снежная королева. Снежная королева, конечно. Снежная. Хорошо, смотрите. С Н идет Е. С Н Е. Сне. Ж на Я. Да? Ж стоит на Я. Да? Снежная. Кору. Лева. Да. Хорошо. А кто же ее написал? Ганс Христиан Андерсен. О, прекрасно. Прекрасно. У меня она есть в нескольких инициалах. И у меня. Молодцы. Так, ну и сколько сейчас успеем, да, подберите русские пословицы, которые похожи на иностранные. То есть в другом языке, в другой культуре есть пословицы. Они переведены на русский, а теперь нам надо прикинуть, что у нас похоже говорят. И в хорошем городе есть гнилые тыквы. Давайте вот кто какую угадает, поднимайте руки. И в хорошем городе есть гнилая тыква, это кажется, не бывает худо без добра. Не бывает худо без добра, да. А, пожалуй, тут наоборот, не бывает добра без худа будет. Не бывает, в бочке не мёда. Бывает огня без дыма, дым без огня. Бочку мёда портит ложка дёгтя. Вот это, пожалуй, самое близкое, да. Так, хорошо. Вот мне очень нравится это. Неторопливый слон быстрее достигает цели, чем резвый жеребец. А у нас это, нет, говорят, уже. Короче, намного. Говорят, по-моему, тише едешь, дальше будешь. Точно, правильно. Хорошо. Все хорошо в свое время, и тот не заблудится, кто спрашивает, у нас осталось. Можно мне? Саша, да, давай. Все хорошо в свое время. Это как у нас потехи дело время, потехи час. Все хорошо в свое время. Немного, ну, где-то очень похоже, да, но есть у нас более такой точный вариант.
Про сельское хозяйство немножечко. Можно, пожалуйста, четвертое ответить? Четвертая, Алиса, да? Ну, давай. Можно я? Язык до Киева доведет. Вот, так, у нас четвертое отгадано. А все хорошо в свое время. Давайте я первое слово скажу каждому. Сельское хозяйство, да, каждому. Лиза, ты знаешь? Нет. Каждому огурцу, да, свой сезон. Как это сказать? Каждому овощу, наверное. Каждому овощу свое. А еще ложка дорога к обеду. Дорогая ложка к обеду, правильно, да. То есть, ну, здесь вот пословиц может быть и не одна. Их может быть много. И вот, которые вы говорили, тоже оно подходило, да? Так, хорошо. Все, давайте теперь последнее задание и все. Значит, в каких из этих словах нужно писать две буквы У подряд? Опоссум, опоссум, там одна У. Там одна У, так, хорошо. А задание какое? В каких словах пишется две буквы У подряд? Артем. Ты ручку поднял, знаешь? Да, да, знаю. Индивидиум. Индивидуум. Только ты сказал немножко не так. Дуум, да? Ва-у. Индивидуум. Ва-у. Так, кто сказал вакуум, Артем? Да. Так, хорошо. Так, есть еще слова, которых две У? Постскриптум там одна. Ну, то есть нету, да? Уникум одна, постскриптум одна. Но есть у нас, да, такие красивые слова, в которых две У. Индивидуум и вакуум. Это все не русские слова, кстати, да, все это заимствованное. Так, ну хорошо, все тогда на сегодня. Молодцы, хорошо поработали.